Детали обсудили на встрече спортсменов с участниками Сочинского социально-педагогического фестиваля, который в эти дни проходит в городе. В Сочи 167 образовательных организаций. Воспитанники каждой с интересом пообщались бы со знаменитыми личностями. Мы можем передать и научить в том числе ваших учеников, ваших детей чему-то хорошему, чему-то новому в плане искусства, в плане музыки, в плане эстетического воспитания. Сами знаем, как это непросто. И, к сожалению, оценка того, что вы делаете в своей жизни для наших детей, для своих детей, для чужих детей, приходит немножечко с опозданием. Что касается ледовых шоу, то для организованных групп сочинских школьников разработана специальная бонусная программа. Мы рады, что наши долгие отношения продолжаются, и они будут развиваться в другом русле совершенно в рамках проекта «Я лидер». Мы очень надеемся, что олимпийские чемпионы, чемпионы мира, чемпионы Европы по фигурному катанию придут к нашим ребятам и расскажут, как стать лидером, что для этого необходимо. Не только талант и способности, большая работоспособность, умение общаться. После обсуждения сотрудничества всех участников социально-педагогического фестиваля пригласили на бесплатный просмотр спектакля.